Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова. Рада вас приветствовать. Сегодня к вам с полезным видео. Хочу вам показать свою супер находку. Недавно попробовала новое средство. Средство для чистки стекол и зеркал. Называется Clean Shine. Вообще случайно на него наткнулась. У меня закончилось средство для чистки стекол. Решила сходить в магазин, купить какую-нибудь новиночку, потому что я уже много-много лет чищу клин. Решила попробовать что-то новенькое. Из новенького было вот это средство, которое вот на меня произвело очень хорошее впечатление. Вот все, к чему оно прикасается, мне кажется, тут же начинает блестеть. Нужно его совсем-совсем чуть-чуть. Сразу же чистит, сразу же появляется сияние. И очень хорошо это средство чистит мою проблемную зону, мою стенку лакированную. Наношу чуть-чуть, чистит без развода. Для меня это очень-очень важно, потому что стенка у меня вообще... Чем не чищу, всегда разводы. Здесь вот мне показалась чистка достаточно легкая. Значит, средство спиртовое, я прочитала рекомендации производителя, можно им чистить даже хрусталь, любые стеклянные поверхности, ну, конечно, стекла, зеркала. Можно чистить телевизоры, мониторы, и здесь высокое содержание спирта, легко наносится, быстро высыхает, не оставляет разводов. Наверное, поэтому оно так легко чистило мою стенку. Этот бутылек я купила в магазине своего города. Перед тем, как снимать видео, зашла в интернет, посмотрела, есть ли оно на Валбрис, на Озоне. Самая бюджетная цена на Валбрис. И оно, кстати, на Валбрис дешевле, чем я купила в магазине своего города. Поэтому ссылочку оставлю в инфобоксе. Если тоже понравится, как работает, очень рекомендую. Вообще, один пшик и все блестит. Чищу мутное непрозрачное стекло. Небольшое количество средства распределяю и сразу же чищу. Все, друзья, превосходный результат. Вся грязь осталась на тряпке. Идеально чистое прозрачное стекло. Несколько движений и все. Дальше монитор телевизора. Здесь все заляпано руками ребенка. И показываю, как все быстро чистится. Все, друзья, идеально чисто, ни пыли, ни грязи, следы от пальцев отмываются мгновенно. И, друзья, покажу, как чищу стенку. Стенка у меня лакирована, чистится крайне тяжело. Постоянно остаются разводы после чистки. С этим средством, мне кажется, все достаточно быстро. Вот, сфокусировала. Смотрите, распределяю совсем чуть-чуть и в одном направлении провожу. Так как здесь спирт высыхает все быстро, высыхает без разводов. То есть не нужно натирать, вот, все идеально чисто. Не знаю, передает камера или нет, но вот если у вас есть лакированные стенки, то это средство самая настоящая находка. Оно действительно чистит без развода. Дальше почищу зеркало. Здесь очень грязно, много следов от пальцев детей. Я думаю, что у кого есть дети, такие ситуации могут случаться часто. Итак, сухая тряпочка и немного средства. Здесь засохшая пища, поэтому хорошо, что в составе есть спирт, он очень быстро размягчает загрязнение, и поэтому средству не нужно даже давать контактировать. Все, друзья, идеально чистое зеркало, прозрачное, без разводов, и самое главное, почистила я его очень и очень быстро. Я думаю, что это актуально для тех семей, где есть маленькие дети, вечно все заляпано, все в каких-то пятнах. Здесь вообще один пшик, и все тут же становится прозрачным. Рекомендую обратить внимание вам на это средство. Если вы уже пробовали что-то этой фирмы, может быть, пробовали именно это средство Clean Shine, то обязательно пишите в комментариях, делитесь своим опытом. Мне будет крайне интересно. Друзья, еще раз повторяю, что я купила в своем городе, но дешевле цену нашла на Валбрис. Ссылочку оставлю в инфобоксе. Если понравилось, проходите, смотрите. Но сразу предупреждаю, не реклама, моя личная удачная находка. Всем спасибо за просмотр, всем пока!